Вітаю, друзі! В ефірі програма «Арт-простір» та її ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. Зомбі, вампіри, демони і відьми. Ні, це не новий сезон «Ходячих мерців» чи якогось голівудського блокбастеру. Це зовсім поруч, у Миколаєві. Ці жахливі створіння, вони тут. І вони дійсно моторошні, адже за їх вигляд відповідальна наша гостя Яна Повєрінова. Вітаємо! Здравствуйте! Яна відповідальна у нас не тільки за це. Яна може змінити людину так, що її ніхто не впізнає. І це навіть без ножа і без хірургів. А більш детально пропонуємо дізнатись про Яну з візитівки. Яна Повєрінова – гример-візажист. З 4 років любить ліпити. Мама Яни її бачила модельєром, за освітою швачка 5-го розряду. А ще встигла попрацювати кондитером і не тільки. З дитинства любить фільми жахів, але не криваві, хоча в своїх роботах і використовує бутафорську кров. У кожний образ складає душу і намагається все передати найбільш реалістично. Яна вважає, що важливі не гроші, а те, що на них можна придбати. Наприклад, гарний настрій. Яно, як все розпочалося? Ну, я спочатку отучилась на парикмахера, а потім я вирішила поучитися на візажиста. І коли я вже отучилась на візажиста, я попала на мастер-клас. На мастер-класі я побачила елемент, всього лише маленький глазик приклеїли до лба. І я подумала, чому б і ні, тому що мене заінтересувала ця тема. Мені показалось, що я теж можу щось більше, ніж робити звичайний візаж. Це цікавіше, ніж звичайний візаж. І розбавити страничку чим-то більш таким красочним. Дивувати публіку. Так, да. Тобто захотіла показати, що я можу більше, ніж бути просто парикмахером і візажистом. А це стало моїм хобі. И постепенно я начала нарабатывать практику, я старалась каждый день все это делать, все это рисовать. Сначала все начиналось с рисования, так как я еще прошла курсы аквагримера. Потом, естественно, меня заинтересовала лепка, пластический грим, и я решила попробовать, ну, больше, интереснее, чтобы были какие-то выпуклые части, да, так как я люблю фильм ужасов, хорроры, поэтому у меня все... Але без крови, насколько я помню. Ну, да, я больше пила мистически, тут не прокатить. Да, я больше мистически, да. Но все равно мы учимся на каких-то ранах, понятное дело, да, просто хоррор не только у нас мистика, это все равно еще и ужасы, поэтому захватила все, все, что можно было, да, начинала с обычных ранок каких-то, и сейчас доросла до более сложных гримов, сейчас собираю полностью вместе с бутафорией. То есть раньше, если я делала просто грим до пояса, то сейчас я собираюсь полностью образы собрать, чтобы это сфотографировать, и сфотографировать это сценически, чтобы это было интересно показывать уже людям масштабнее. А что вас надыхает на створение таких образов? Не поверите, я вообще каждый день смотрю фильмы ужасов. Я не знаю, но новости я не смотрю, это похуже, чем фильмы ужасов. Мы понимаем, что фильм ужасов закончился, это все было неправда. Поэтому какие-то есть любимые фильмы, которые действительно меня вдохновляют. Я мистика всегда мне нравилась. А, например, какие? Ой, Silent Hill, это я недавно по Silent Hill делала два образа, я их собирала вместе, делала сложную бутафорию, делала огромный меч, делала человека, как говорит, человек-терка, хотя он человек-треугольник. Ой, до речі, так, я бачила прямую трансляцию в Инстаграме, мне было дуже цікаво, чи мускули у хлопця справжні були. Да, да, спасибо, да. Модели, он фитнес-тренер. Ну, вообще талантливый человек, он доктор, и на нем было все очень хорошо. Так? Все, да, то есть там хочется и подобрать модели, чтобы все это смотрелось эстетически интересно. И человека не просто надо загримировать, надо подбирать людей, которые немножечко могут отыграть этот образ, да. Отже, про образ мы нещодавно відзняли для вас, шановні глядачі, а слухачі, ви зараз послухаєте, що там відбувалось. У нас цей образ був у Світлани, і я вважаю, що він вдався, і було дуже круто і оригінально.
Але я думаю, що про сам образ нам детальніше розкаже все ж таки Яна. Да, мы делали образ Санта-Муэрте. Это святая смерть. Мексиканцы очень... Это у них религия. Они поклоняются смерти. Поэтому у них, в принципе, даты с Хэллоуином тоже совпадают. Я сделала... Ну, до речи, як, да. наші, як це все відбувалось, наші глядачі можуть це побачити, а слухачі потім подивляться це у соцмережах. О, это хорошо. И получается, что я сделала образ в классическом стиле. Они достаточно ярко выбеливают лицо и достаточно яркие узоры красят на лице. Да? То есть она у них не связана прямо напрямую. Ну, она не похожа на классическую смерть, как мы себе представляем, там в черном вся. Да? Я сделала, да, что она в черном, но по мексиканским мотивам. Они все в узорах, все у них в цветах. Естественно, прорисовывается скелетированная немножко рта, чтобы это был намек, что это скелет. Все ж таки, я тебе заберу кудись, так? Ну, конечно. Да, но они не утрируют, они не показывают, что она негативный персонаж. Они, наоборот, разукрашивают ее в цветовых гаммах, что это все-таки для них какой-то праздник, что это идет какое-то продолжение после смерти. Поэтому я решила, это не негативный персонаж, и я решила начать с него. На світочки. І ви казали, що дата святкування цього свята в Мексиці, вона співпадає з Хеллоуіном, так? Практически, да. Там, по-моєму, один день різниця, так, вона співпадає. І, в принципі, не бачу нічого страшного, щоб на Хеллоуін виглядіти, ну, хто боїться там кровавих ран і каких-то рук, рогів, да, то Санта-Муэрта – это, в принципе, более мягкий образ, он не ассоциируется с чем-то там дьявольским. Как... Ну, на терену ж Санта перекладається як свята, правильно? Да, 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 то есть это религия. Тобто свята – смерть. Святая смерть, да, в переводе Санта-Муэрта. Цікаво вірування у мексиканців. Так, які ще образи ви створювали, розкажіть, будь ласка, і на вашу думку, який був з них такий найбільш страшний? А, на более страшных. Денис просто теж дуже любить фільми жахів. Так, дуже. Ну, у меня их очень много, в принципе, уже было, да. Большинство из них я делала на себе. Ну, начинала все на себе, потому что это долгий процесс. Поэтому приходилось садиться и по 4-5 часов проводить перед зеркалом. Сказать, что что-то самое страшное. Ну, вот самое страшное мне показалось даже последний образ Silent Hill. Это вот... тому, к чему я уже пришла, да. Он более собранный, он более пугающий. Все остальное для меня кажется уже более милым. Даже то, что кровожадное, все равно оно по сравнению с последними работами более милое. Тобто є в цій професії теж і мімімішність, як зараз модно казати, так? Звісно, вони відрізняються. Я не люблю це слово, насправді. Ванілька, ось... що можна сказати. Вони відрізняються, звісно, вони відрізняються м'якістю, жорсткістю, да. Хтось приходить, просить щось особливе, вони вже знають, що вони хочуть, да. Много було в прошлому году дівчинок Санта-Муэрта, іменно розрисовувались. Були люди, яким треба було розорвану шею робити, рога робити. Поэтому много прорисовок скелетированных просто мальчикам делала, как скелеты. Самый запоминающий образ, не страшный, из мультика «Мертвая невеста». Там пришла пара и попросили... и там пришла пара и попросила именно, чтобы разрисовали их в этом стиле. И я делала это первый раз, и, в принципе, думаю, что у меня получилось, потому что после того, как они сфотографировались еще и на темном фоне, в костюмах, они выглядели достаточно забавно. Ну, вони виглядали як справжні такі от герої, ну, яких ми звикли бачити в кіно тільки. Ну, каждый раз, каждая работа, это для меня идет, опять же, обучение, потому что всегда есть что-то, то, чего ты не знаешь, чего ты не делал. Удосконалення меж немає, правильно? Да, в этом плане нету. Тут очень много работы, тут можно всю жизнь проработать и делать все время что-то новое, новое, новое. Поэтому мне очень нравится мое вот хобби, оно же и работа, но больше даже хобби, где я могу, не останавливаясь, расти, продолжать расти дальше и дальше, достигать более новых высот и не переживать, что я все достигла, что мне завтра делать, да. А я буду знать, что у меня всегда есть какая-то цель и что я могу развиваться больше.
Тобто ви дуже прискіплива до себе, правильно я так розумію? Так. Да. Мне очень сложно не работать, не иметь хобби. Я человек, который должен иметь дело, которое мне нравится. Если я не увлечена, ну, время просто зависает в пространстве. И мне кажется, что человек, когда чем-то увлечен и занят, время пробегает быстро, пролетает, тебе его все время не хватает катастрофически. Ты понимаешь, что тебе надо еще и на работу ходить, кроме того, что хобби заниматься. А если еще хобби приносит не просто удовольствие, еще и заработок, это, конечно, радует. Так, це, мабуть, найбільша мрія для багатьох людей. Отже, нещодавно у Миколаєві відбулась хода зомбі. Да, да. Розкажіть про це, будь ласка. Я чоловік дуже спонтанний, у мене ідеї зарождаються дуже швидко, і дуже точно так же швидко вони зникають. Тому я стараюсь одразу всіх підняти на ноги, щоб потім... Карпедієм, так? Да, щоб потім не спасувати і не дати заднього. Тобто я вже людям пообіцяла, я розумію, що я повинна це обіцяння виконати. Тому це так. Вечером придумала, утром я вже всіх обзвонила, вже всіх предупредила, всім предложила, я знаю, що мені назад здавать нельзя. И мы буквально за неделю собрали 13 зомби. 13 число, суббота, 13 зомби собрали. Я так розумію, що це найулюбленіше число. Да, да, да. Чи це випадково вийшло? Что собрали с 13, это вышло случайно. Те, що 13-го, але не в п'ятницю, тому що календар у нас. Не получилось. Ну, получила жалко, да, конечно, я, конечно, ну, было бы весело. Но было весело. Почему зомби? Зомби, у нас город очень зазомбированный. Я когда попадаю в другие города, более большие в Украине, я понимаю, что люди немножко более раскрепощенные, они не спят. У них постоянно идет какое-то движение. У нас такое ощущение, что люди зависли, опять же, в том же пространстве, и ничего не происходит. И мне захотелось как-то удивить, показать, да, что мы не зомби, но мы зомби. Люди розбудились, тобто люди не такий натяк, щоб люди нарешті да. прокинулися. Це було не просто хода, щоб продемонструвати ваші здібності візажиста та дизайнера. Ні, ну, це, звісно, це все продумано. І плюс я, як это, крадіка художника, посмотрела, як делають такі от шоу на вулиці в європейських странах. Там збирають дуже багато людей, там толпи по 30-50 чоловік. Я представляю, як скільки там приходиться. Але одна людина не може стільки змінити людей. Нет. У меня были два помощника, Максим и Игорь. Они заканчивали у меня курсы по гриму. Им очень большое спасибо. Если бы они не помогли, мне было бы сложно, конечно, бы загримировать. Могу только до вечера вы сидели, пробовали, конечно, так? Да. И я бы уже была в зомби, мне не надо было гримировать. Я бы уже в зомби уже так прошла свой, да. Мы больше гримировались. На грим ушло где-то в пределах 6 часов. Ходили мы 2 часа. А все устали просто даже за счет того, что мы гримировались и затратили очень много энергии и сил. Але які емоції були? Емоції очень сильные. Все потом ребята, которые столкнулись с этим, просили, если такое еще будет, зовите. Говорится, Витя, мы придем. То есть ребята действительно очень хорошие ребята, студенты с разных учреждений, с разных институтов. Есть люди, которые уже работающие, да, это все люди, которые с интернета, некоторые переводили своих друзей. То есть я некоторых не знала, первый раз увидела, я с ними списывалась в Инстаграме, и вообще ни о чем не жалею, у нас в Николаеве очень хорошая молодежь, можно так сказать, да. Да, поэтому... Я получила массу удовольствия, я насладилась этим днем. Мы отыграли как могли. Ребята подыгрывали и кричали, и рычали, и вопили. И у нас с нами нога была, мы фотографировались с удовольствием. То есть, если просили, мы с детьми, со взрослыми. Конечно, всегда натыкаешься на какие-то негативные еще отзывы. Да, дитя сатаны. Вот я как раз хотел про це спитати. Я никогда, потому что реакция насправді дуже різна. Я никогда не обращаю внимания, люди по-разному реагируют. Я никогда не обращаю внимания, как бы я, в принципе, этим никому не мешаю. Я никого не бью, я не ворую, я ни на кого не нападаю. То есть, в принципе, я не мешаю. И как я одета, так глубоко мое дело. Поэтому, кому не нравится, просто не подходит, можно не смотреть. Да? Как бы город общий, не только, допустим, определенных людей. Поэтому я считаю, что, в принципе, я больше подвержена европейским стандартам, потому что у них все это легче воспринимается, как кто одевается, что на себе...
можна в піжамі вийти, на тебе просто ніхто не среагує. Да? Тобто там люди були розкріпощені. Це буде трішечки по-іншому. Боже, що це одягнули? Мама мія. Да, поэтому не стоит обращать внимание. Если ты идешь к какой-то цели, я себе намечаю какую-то цель, много людей тормозят, очень много людей тормозят, там много негодования, но я же понимаю, что любая цель, естественно, будут какие-то завистники, естественно, будут какие-то упреки. Но если ты хочешь, ты всегда достигнешь чего-то большего, не слушая свне. Просто не допускати це до свого серця. Так, звісно. Да, просто веселитися, просто наслаждатися життям. Ми живемо одним мгновенням одним. Поэтому просто наслаждатися. Ось наші глядачі щойно мали змогу побачити оці візерунки, про які ми казали, в образі Санта-Муерте. Ось вони знову на екрані. Яскраві образи, яскраві фарби навколо очей. Зелений. Так, Світланка мала трішки забав, там трішечки сміялась, але все дуже було серйозно і не можна було почухати ні носика, ні очей. Так, до речі, Світлана жалувалася, що було хотілося почухати носика. Так, ну я думаю, що такі відчуття у багатьох, кому якраз ось роблять такі образи. Да, там, виходить, плотно ложиться грим на все лицо, естественно, це закупорюються пори, ми повинні рассчитывать на это. Это как и в любой косметике, мы все равно перекрываем пори. И если этот материал нашей кожи еще не известен, то лицо начинает, кожа начинает реагировать. Но не аллергическим реакциям, потому что это специальная аквакраска, аквагрим. Для детей, да. Я не работаю ни в коем случае, нельзя, не рекомендую работать на обычных красках, потому что они содержат какие-то добавки металлические, свинцовые, я не знаю, что-то содержит может такое. Может выкликать аллергию. Да, так? Очень сильную. Там если полдня еще походит, там с маленьким цветочком не страшно, а если затонировать все лицо, то кожа среагирует очень серьезно, да, поэтому лучше не стоит. Для этого есть определенные краски. І є определенні люди, які цим займаються, да. Окрім того, що розфарбовуєте, ви працюєте і надалі з образом. Тобто, корона в мене була, правильно? Да. Це теж все ви робили самостійно. Так. Да. Ну, я увлеклась. Я якби кожен раз намагаюся для себе відкрити якісь нові двері і можливості. Раніше я просто робила грим, зараз я почала робити бутафорію, почала робити ще... Це кров ви маєте на увазі, Нет, так? Ні, я робила бутафорію, це костюми, це вінки всі различні, рога, то, що можна доповнити, чим можна доповнити. Повне створення образу, да. Да, дополнить образ. Плюс костюмы. Это все я собираю вручную, шью. Мне пригодилось мое образование швейное, слава богу. Да, пятого разряда, так? Да, пятого разряда. Ну, не сложилось, что я не стала модельером. Диплом не на полице, мое, да? Да, пылиться. Поэтому и я сейчас еще увлеклась, делаю хоррор-игрушки в квест-комнаты. То есть это опять для меня какое-то новое открытие. Я решила попробовать, у меня получилось. Мои игрушки тоже находятся уже в квест-комнатах. Да? Есть оторванное лицо на тарелке в квест-комнате у нас в Николаеве, поэтому ищите, ищите. Думаю, найдете. Оторванная нога, то же самое. Игрушки, все различные. Хотела принести, но не принесла. Но можно у меня на страничке посмотреть все эти страхи. Так, у вас есть два чудовых ведмедика? Да. Вони запали дуже в душу. Да, я сегодня бежала, я хотела взять, я приготовила пакет и не принесла. Поэтому это, конечно, я так понимаю, что эти ведмедики, они как талисманчик. А мои близняшки, да, ну я с ними не расстаюсь. Это первая моя более сложная работа. Я работаю с специальной глиной. Есть более плотная, есть более легкая. То есть все рожки, которые рога я делала на Денисе, так, да. А мій образ вже майже завершений, наші глядачі можуть це побачити. Так, а про рожки ми поговоримо трошки пізніше, так у нас буде ще одне чекайте. Відео. Я і ви теж дочекаєтеся. Трошки перевтілася, не так як Світлана, звісно. Я був більш впізнаваний. Так, але мама моя мене не впізнала, каже: "Боже, дитина, хто це то такий?" А то ось була це я. Чорна фата, так. Це да. Теж і фата, і, Оля так Полякова все. Каже, кокошник. Це все ваша робота, правильно? Да, це все. Я повністю збирала образ.
Игрушки, конечно, я не новые игрушки, сразу говорю, я не убиваю новые игрушки. Шкоданами, так? Да, я хожу, ищу уже либо у кого-то, либо кто-то отдает, либо у нас есть магазины специализированные, я беру там и, естественно, перевоплощаю их уже в более какие-то жуткие вещи. Це з одного боку, але з іншого це вже нове життя для цих іграшок. Ну, да. Плюс... Трошки потайбічник. Ну, да. Некоторые всяке любят... буває. Себе полоскотать нервы, естественно, кто-то говорит, фу, мне одна девочка писала, как вы можете так издеваться над детскими игрушками, вас же дети смотрят. Я сразу предупреждаю, я никогда не добавляю на страничке детей. Если кто-то попал случайно, я не могу следить за чьими-то детьми. То есть они, родители должны сами следить, если ребенок маленький, где, в каких, на каких страничках ребенок сидит. Да? Ничего плохого, как котят я за углами не мучаю. Никому ноги по жизни не отрезаю. Кошенят вы навіть полюбляете. Да, я животных очень люблю. У меня дома, как это, у каждой ведьмы должен быть свой черный кот. И у меня дома черный кот. Поэтому... Ну и мы хотели еще трешки показать и ришки, які робили нашому Денису. Так, я... О, дивіться, це я. Як були твої відчуття, розкажи нашим глядачам та слухачам. Це було доволі, ну як, трошки незвичне відчуття було на лобі, але я дуже швидко звик. В принципі, ніяких таких кардинальних змін зі мною не було, як я вже казав, порівнюючи з тобою, Світлана. Ось, там були і ріжки, і трошки бутафорної крові. А от якщо ось ця бутафорна кров, вона потрапить на одяг? Легко? Нет, я всегда... Нет, я предупреждаю всегда. На черной одежде ничего, оно выстирывается, но могут остаться пятна. И когда кто-то гримируется, всегда предупреждаю. Одевать более старую одежду, которая будет потом не жалко, да? Ну что, можно или дома поносить, или выбросить. Смотря кто Або как. Або приходите с халатиком. Да, нет, ну если, допустим, я чуть-чуть... крови буквально капает, да, я понимаю, что она дальше не пойдет, то я человека обезопашиваю, я ее полностью обкутываю, но все равно предупреждаю, что если он где-то мазанет пальчиком его или ее, мазанет и об одежду, то можно не достираться, да, если белое, еще в хлорочкой, и то не факт, поэтому... Якраз тут потрібно згадати, що речі – це всього-навсього речі. Да. Да, вещи. Ну, кровь не самая страшная, хочу вам сказать. Латекс, он более серьезный. Если кровь еще можно достирать, то латекс уже не достирать вообще. Если он попадает на кожаное изделие, его можно снять как резиночка. Если он попадает, то эта резиночка, она полностью проникает в одежду, ее невозможно выстирать. Тоже я всегда предупреждаю. Переодевайтесь. Вы працюете еще из латекса? Да, я работаю на полупрофессиональном. То есть обязательно у меня есть специальные латексные... латексный клей, латекс более плотный, которым я состыковки делаю. Есть еще очень плотный латекс, у меня разные три вида латекса, которые, с которого, с одного, который самый плотный, я делаю еще маленькие ранки. То есть это все, что я могу купить, потому что все вот эти вещи, да, все вот эти, вся вот косметика гримера, она очень дорогая. Поэтому мне пришлось поднимать старые архивы и смотреть, с чего же было раньше сделано, с чего раньше сделаны были все накладки. И я по старинке начала делать, как раньше делали еще во времена СССР. Поэтому вот мне обходится это намного доступнее. Яна, у нас є для вас невеличкий сюрприз. Це таке коротеньке бліц-опитування для того, щоб ми, наші глядачі і слухачі, краще вас пізнали як особистість. Відповідаємо коротко. Готові? І швидко. Сьогодні важливіше, ніж завтра, або навпаки? Сьогодні. Що страшніше, п'ятниця 13 або понеділок після веселих вихідних? А понедельник. Найнеочікуваніший подарунок – це? Щось із гріма. Яку домашню роботу не любите робити? Мить посуду. До якої країни хотіли поїхати з сім'єю? В Канаду. Ви часто прокидаєтесь вночі, аби попоїсти? Ні. Доводилось вам колись ховатись у шафі? Да. У вас є слово «паразит»? Много. Кажуть, що найкращі роки життя – то студентські. А ваші які? Сьогодні. Що найцінніше у вашому житті? Сім'я. Ось так.
Ну, класно, що ви так швидко все зреагували і змогли якраз чітко і коротко на все це відповісти. Ну і наостанок, ви казали, що ваш найулюбленіший образ, який ви створювали, це мертва наречена, так? Ну, із самих таких інтересних, красочних, да, мертва невеста. А із самих страшних, це останній із Silent Hill, два образи. Який образ ви хочете втілити найближчим часом? Що б ви хотіли? Ага, это секрет, конечно. Ну ладно, я уже этот секрет, как всегда, всем рассказала. Уже не секрет. Это секрет для всего Миколаева. Да, из фильма «Заклятие» там есть. И опять же, из фильма есть, который недавно про монахиню. Вот эту монахиню я хотела и сделать, да, воплотить в жизнь. Но это я хотела снять больше даже не фото, это я хотела сделать больше небольшое видео, как маленький ужас. Небольшой, да. Тож, Яна, ми будемо спостерігати за вашими новими досягненнями. Дякуємо, що завітали до нас. Ви трошки полякали нас, полякали наших глядачів. Ну, це все до Хеллоуіну. Що ж, дякуємо, що завітали ще раз. Бажаємо вам успіхів, натхнення, спасибо, чудових, гарних образів і крутих моделей. Спасибо. Шановні слухачі та глядачі, ми з вами прощаємось. Це була програма «Артпростір» та її ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. Ще побачимось і почуємось.